Привет, друзья! И у нас на обзоре вот такая вот оперативная память HyperX от Kingston, 4-гиговая. Так, ребятки, есть 4 гигабайта оборотов, ну, вернее, там 1600 скорость идет. Вот такая вот запечатана, все чики-пики, вроде как не поломана, не побитая. Есть. Так, тинс. Вся с пломбочкой. Все. Ага. Даже мануальчик есть какой-то. Вот такая вот металлизированная пластинка HyperX. Так что, ребятки, сейчас еще проверим в полном сборе. От вас лойсы. Подписываемся на канал. С вами был Китай в топе и я, Александр.